Привет, друзья. Ой, лужа, болото, видите, какое. А, цветочки цветут. На самом деле это выращивает рис. Адыгейский рис, кубанский рис. Все на одинаках. Вот это такие вот поля, рисовые ячейки. Я не знаю, сколько тут в одном гектар, 5, может быть, 6. И таких вот участков очень много. Уже он желтеть потихоньку начинает. В сентябре вот эту воду всю сольют. И подплывет она. Немножко подсушат, начнут косить. Все комбайны на гусеничном ходу косят. Вот. Бескрайние просторы. Везде-везде рисовые ячейки. Сливают воду. Вот такие каналы. Сейчас они еще полные, потом поперекрывают, посливают. Там он подсолнечник растет. Тоже уже готов, скоро убирать начнут. Дело идет к осени. Ути летают тут над рисом. Ну, далековато. Кадр не попадет. Лебеди пролетали. Ветра у нас сильные. Вон немножко поваляло рис. Ничего страшного. Видно, там полянка просел, может быть. Поваляли. В прошлом году здесь в этом чеке я зайцев стрелял. А это самое. В этом году не будет, потому что затопили. Там под тем берегом лисья нора была. Тоже ее, скорее всего, затопило. Ну вот. Как-то так. Ладненько, поехал я дальше покатаюсь. Всем пока-пока. До новых встреч.